больше походило на борьбу, чем на хоккей. В общем-то, сейчас в нашем положении отступать некуда и терять нам нечего. Команда играет от ножа. Я не знаю, как будет проводить следующий матч с Юрой, потому что уже команды сил иссякаются. Ну, при такое время могут люди делать продвижение в мастерстве, иногда при какой-то опыт. Ну, что иногда было тяжеленно, это видно было всем. Но спасибо команде, что она все-таки сумела выстоять. Не нужно ударение, могли сломать нам все, что можно. В этом плане у нас хромает. Ну, так, все видели, что больше на войну походило, чем на игру. Начали игру очень плохо, пропустили опять два гола. Видно было, что ребята не могут отойти от поражения последнего Борисовна 5. Чувствовать, что вера в своих силах становится все меньше и меньше. То есть уверенность, что мы можем забить хотя бы один гол, становилось все меньше и меньше. Вот. Молодцы, что не бросили играть, продолжали сражаться, забили гол, пропустили еще один. И опять же почувствовали, что могут что-то сделать. В общем-то, вели игру до конца. Вот. Ну, как я уже сказал, эмоционально ребятам очень тяжело. Все. Пожалуйста, вопрос. Да. Просмотрим гостей. А вот, насколько я знаю, помню, сейчас автомобилист обошел Витязь. Да, вот. То есть как-то вообще обращайте на это внимание, может быть, мотивируете как-то игроков, чтобы уйти с последнего места в лиге. Я думаю, ребята все смотрят таблицу, в каждой баранке есть, к сожалению, кроме вас не было таблицы. Ну, задача такой не стояла. Задача стояла, скажем так, биться в каждом матче. В общем-то, я думаю, назвал успех. Потихоньку мы после трех игр взяли 7 очков, это, в общем-то, все боевые, но была самоотдача. А для меня лично я какой-то задачи не ставил, ни клуб не ставил, ну там были бы желания, а чтобы конкретно ничего не было. Ну, спасибо, молодцы, сами соображающие, двигаться, все-таки играют ребята не бесплатно, скажем так, и в этом плане надо тоже отдать должное. Ну, так, пока идет, дальше видно будет. Сегодня день прожили, хорошо. У нас такая жизнь работа. Пожалуйста, вопросы еще будут? Да. Сергеевич. Если бы Сибирь до сих пор боролась бы за, ну, реально за место плей-офф, пошли бы вы на такой эксперимент, как 5 нападающих на большинство? А причем здесь боролись? Риск проиграть? Нет, вы хоккей смотрели? Смотрел. Вы видели, что у нас уровень мастерства не позволяет многим защитникам играть в большинстве? Да. Ну так вот и делайте выводы. Мы поставили, скажем так, всю нашу атакующую мощь на один шанс. Мы поставили все наши фишки на один шанс, мы угадали. Не от того, что мы не боремся в плей-офф, мы поставили 5 нападающих. А от того, что просто нужно делать какие-то изменения. Значит, что тренеры ведут игру, значит, они думают, они бросили бы работать. Впервые вы такое применили? Впервые в своей карьере вы имели? Да, тренер. У меня карьера, в принципе, недолго была. Ваш ангел. А вы не следили за себя никогда? За два сезона я, может, мог бы что-то упустить, например. Ну да.